Всем привет! Вот и подходит к концу 2020 год. Это действительно был сложный, тревожный и полный неожиданностей год. Однако мы пережили его вместе. Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто поддерживал меня в этом году. Уже совсем скоро мы все соберемся за новогодним столом. Давайте передавать друг другу тепло, любовь и благодарность за все хорошее, что принес этот год. Это и есть наша предновогодняя магия и настоящее волшебство. Хочу пожелать всем веселых и вкусных праздников. Пусть Новый год принесет в каждый дом мир, радость и счастье. Мечтайте, любите и живите в удовольствии, ведь впереди у нас много всего интересного.